Конкурс «Пасхальный свет и радость» проходит в 17-й раз, но, несмотря на это, работы поражают своим разнообразием. Еще большую ценность имеет исполнение. Только дети могут так тонко и чисто передавать свои мысли и чувства через холсты. Красивые работы. Чувствуется, что ребята, которые участвуют в нашем фестивале, они душу вкладывают в каждую работу. Вот мы сегодня, буквально проходя по выставке, общались даже с самими нашими художниками. И девочка мне говорила, что 4 месяца делала свою работу каждый день с преподавателем, с учителем, старалась, трудилась. Получилась, конечно, красота в Федосканской школе. Просто работа, которая, она и уникальна, потому что сделана руками ребенка, но еще и по уровню мастерства практически как профессиональная. Профессиональное произведение искусства. 7 гран-при, 63 лауреата первой, второй, третьей степени. Результаты конкурса озвучили на церемонии награждения. В том числе были учреждены специальные призы от Ларисы Лазутиной и Вячеслава Киреева, главы сельского поселения Захаровское. Смотришь на некоторые работы и видишь вот эти таблички небольшие, где указан их возраст, и совершенно даже в сознании не понимаешь, как можно уже в таком возрасте с таким вниманием к этой теме, с такой любовью и теплотой именно работать над своими работами. Я прекрасно понимаю, что и педагоги помогают, но молодцы наши дети, удивительные. Картина «Жены мироносицы у гроба Господня» стала обладателем гран-при благочинного церкви Одинцовского округа. Работа Варвары Господиновой глубоко тронула сердца членов жюри. Сначала я просто рисовала разные картины где-то, вот, а потом мне предложил педагог рисовать иконы, писать иконы. Далеко не все работы приходят правильно оформленными, многие дорабатываются. Но это не касается сюжета или техники исполнения, эта история больше про внешний вид. У каждой картины должно быть паспорту. Вся дополнительная нагрузка по оформлению работы ложится на плечи сотрудников Центра детского творчества «Пушкинская школа». Эта выставка не могла бы быть такой, вот, которую вы сейчас видите, которую все любуются, если бы здесь не был вложен огромный труд работников, прежде всего наших, работников Центра детского творчества «Пушкинская школа», работников Захаровского дома культуры. Это огромный труд. То есть вот так вот сделать выставку, столько работы, их более 1000, разместить грамотно, интересно, поместить их в рамки, ведь ребята иногда привозят эти работы, ну, по большей части, без рамок, просто рисунки. Это большая работа. Андрей Иванов отметил, что победители конкурса получат возможность представить свои работы на лучших выставочных площадках городского округа. Мы для этого и проводим эти фестивали, чтобы выявлять звездочек. И, конечно, дальше им нужно помогать по жизни. Мы их сразу берем на карандаш, смотрим за этими детишками в рамках школы и помогаем, в том числе, их педагогам, которые воспитывают этих детей. Центральная тема всех работ, их более 1000, Пасха. Но, несмотря на это, картины участников совершенно разные и выполнены с огромной теплотой к светлому Христову воскресению. Мария Шматкова, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцова».